Владелица павлодарского контактного зоопарка, где произошла массовая гибель животных, намерена взыскать с хозяина здания более чем 1,5 миллиона тенге. В настоящее время представитель пострадавшей готовит материалы для подачи искового заявления в суд. Сейчас туши погибших питомцев помещены в холодильник для проведения специальной экспертизы. Напомню, из-за прорыва пластиковой трубы в системе отопления под воздействием кипятка и горячего пара в зоопарке погибли 40 экзотических видов животных. Среди них были очень редкие, такие как зеленый гуана, леопардовый геккон и тигровый питон. Удивительным образом в живых остались лишь императорский удав и ящерица бородатая агама. Это очень больно. И я просто не могу здесь вообще находиться, глядя все на это и вспоминая эту картину, когда я их нашла в таком состоянии. Вспоминая моменты, когда ты приходишь на работу, они тебя встречают радостно. Это очень больно. Это горе без всякого преувеличения. Тяжело.